Что, дурак? Зачем Кате пена для бритья? Ну, на что-то более клёвое мне не хватает. О, пап, а можешь дать нам денег? Мы с Оскаром хотим своих девушек с 14 февраля поздравить. Ого, не знал, что у вас есть девушки. Ладно, денежку вам я на полку положу. А вот тебе хватит. Все, удаляю пену из корзины. Я, кстати, тоже маме сюрприз приготовил. Можете его пока куда-нибудь спрятать, чтобы она не увидела? Не забудьте, пожалуйста, мусор выкинуть, а то она придет и будет ругаться. Собаки. Да, хорошо. Ну все, заказал. Завтра, ой, можно будет забирать. Так, кажется, должно хватить. Ого, а что это за пакет? Да ты чего слушаешь? Это папа сказал выкинуть. А. Ну ладно. Собаки, вы куда пакет заныкали? Даже я не могу его найти. Какой еще пакет? Ну, в коридоре стоял, я просил его спрятать от мамы. Ой, а мы его... Сейчас принесем. Джонни, да я его точно на эту помойку ставил. Куда же он пропал? Это катастрофа, Оскар. Что же нам делать? О, ну что, где пакет? Пап, тут такое дело. Кажется, мы выкинули твой пакет. Господи, собаки, хоть бы я раз еще вам что-то поручил. Вечно вы с этими бананами в ушах сидите и ничего не слышите. Ну, собственно, сами накосячили, сами исправляйте. Деньги у вас есть. Блин, это получается, Валя, карнавал без подарка останется. Она меня никогда не заметит. Ой, только не плачь. Мы сейчас что-нибудь придумаем. Так, аккуратнее. Сюрприз. Вау, какая красота. Спасибо тебе большое. Все, погнали. Собаки, а вы куда собрались? Девушек своих поздравлять. Ого, я не знала, что у вас есть девушки. Ладно, пойду цветы вас. Собаки, я не понял, на какие шиши вы поздравлять собрались? Вы же все на оформление потратили. Да на Алиэкспресс до 16 февраля распродажа в честь Дня влюбленных. Со скидками до 70%. Вот мы там и заказали все для мамы. При этом мы воспользовались антикодом в Lady Shops и увеличили кэшбэк с покупки в 5 раз. На него с моим девушкам и купили. Ничего себе. Ну, удачи вам на свидание. Спасибо, и тебе. Собаки, а где антикод-то взять? А, так мы его в комментариях оставили.